Ну что ж, дорогие друзья, прямо сегодня у меня будет мега-дуэль на USP Genesis за 20к голды. Вы просто будете в шоке. У данного парня явно есть этот скин, он мне его показывал, выставлял на рынок. То есть это 100% никидок, это не школьник, это взрослый парень. И если, смотрите, если я проиграю, то я его пиарю. Если я выиграю, то он мне отдает USP Genesis. Так что, ребятки, пожалуйста, пожелайте мне удачи. Ну а мы начинаем нашу мега-битву. Так, я смотрю, уже заплантил бамбу. Ёлки-палки. Ёлки-палки-то! Не-не, это киберкотлета. Я говорю, это кибер какой-то. Да-да-да, я уже вижу. Парень далеко играет, и первый день, у него куча статреков, куча аркан. Это какой-то жесткий трейдер, но, ребят, ну, я скажу так, это прям очень-очень потно. Так, ну ладно, хэштег Кентуха, соберись. И прямо сейчас, пацаны, мы должны постараться сделать историю. Прямо сейчас я постараюсь затащить и показать вам, как надо правильно играть. Блин, ребят, на кону USP Genesis, это скин, о котором я очень долго мечтал. Тише. Ой, попал, ой, красота. Нормально. Одна хп! Я везунчик. Просто спасибо, мама, я тебя люблю. Одна хп, повезло. Так, слушайте, а то, что у него нету скина на АКР, меня отпугает. Есть предположение, что, возможно, он выставил свой АКР на рынок, но как-то подозрительно, да? У топ-трейдера нету скина. Да, смотрите, пишет прямо сейчас на рынке, да, и он спалился, что он стрим-снайпер. Бывает. Так, ну что же, ребята, счет 1-1, и пока что побеждает дружба. Но я скажу так, для меня это очень потная дуэль и очень важно, потому что у меня сейчас на счету 10к голды, потому что я всю свою голду потратил, поэтому мне надо побеждать, он ли победа, и он ли вперед. Так, он пытается меня прострелить этим прострелом, но я с ним пень, я там прострелил уже все давным-давно знают! Вот это красота, слушайте, 2-1, красота! Да-да, вижу, есть скины, да-да-да-да, пацаны. Ну, посмотрите на его скины, ну, елки-палки, да-да, вижу, парень далеко не новичок. Так, ну что же, счет 2-1, иди сюда, просто как лежачего забрал, пацаны, 3-1. Ну, я просто чертовски горжусь собой, слушайте, вот это, я считаю, красивая игра. Блин, пацаны, 3-1, просто USP Genesis, иди сюда. То есть, я говорю сразу, это необычное видео, как обычно, когда меня кидают в конце. Тут реально должны отдать голду, тут уже взрослый парень, без кидала, без всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, братанчик, ты куда дым кидаешь, ты на какой батон крошишь? Харе воздух портить. Фу. Ага. Так, кидай флешечку и предлагай пушить его. Ой, красота. 4-1, братан. Ой, вот что бывает, когда ты бущенная легенда. Вот так вот, ребят, бывает. Вот ты, да, апнула легенду, думаешь, ты крутой, офигенно играешь. На самом деле, какой-то Кент ПК с Gold 3 берете и выигрывает. Так что, ребят, никогда не покупайте буст. 4-1, блин, как же я рад, вы не представляете даже. Пирожочек. Ой, не, слушай, ну флешки он кидает зачетно. Каждая его флешка меня слепит. Я прям ничего не вижу. Но! Увы, ах! Парень мне сделал минус 28. Это дефолт для КР. А счет 5-1, пацаны. Я считаю, хэштег неплохо. Хэштег Кент ПК проигрок и хэштег Кент ПК тащер. Ну, пацаны, ну красота. Так, я говорю сразу, камбэка не будет. Даже не рассчитываю. Про камбэк можешь забыть. Так, попал. Иди сюда, дорогуша. Ой. Давайте с пистолета. Да ты что, 6-2? Ох, ребята, я уже чувствую, я уже представляю, как я буду играть с USP Genesis, как я буду всех мочить, как я буду веселиться. Какой-то классный скин, просто представьте. Блин, я вот думаю, я буду с ним играть или я его продам? Ну вот, если честно говоря, скорее всего, я, ребятки, его продам, потому что у меня есть один очень коварный план по трейдингу. Те, кто смотрит мои стримы, они знают, что это за план. Те, кто не смотрит, то вы увидите буквально в ближайшее время видеоролик. Ну, пирожочек, ну ты завязывай с этим дерьмом. Ну ты куда? Ладно, повезло. Раз год и палка стреляет, все нормально, все под контролем. Вы же меня знаете, пацаны. Я не я, если я сейчас, ну, не затащу. 6-3, спокойно, медленно, уверенно, как говорится, тащим и выиграем этого парня. О-хо-хо-хо-хо! Мать моя женщина, это было больно. Happy birthday to you, брат. Не, ребят, меня это уже надоело. Уже какой раз подряд я просто его пушу. Если бы я его не пушил, я бы уже давно выиграл. 6-4. Сейчас еще он закамбэчит, и вообще охренеет тогда. Не, пацаны. Камбэка не будет, забудьте про камбэк. Больше я его пушить не буду. По крайней мере, буду стараться его не пушить. Потому что каждый раз, когда его пушу, я, блин, сливаюсь, как нуб. Вот это моя ошибка. Я не могу так сидеть на том месте по 1000 лет ждать. Ну, не могу просто. Мне скучно становится, поэтому я и пушу его.
Брат? Ой, о. Понимаю. 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 Кажись, я сильно рано радовался. Я такого лютого камбэка никогда в жизни не встречал. Чувак, грубо говоря, с самого дна докамбэчил. Я в шоке. Не-не, пацаны. Вы забудьте про это слово. Не-не-не, какой нафиг камбэк? Ага. Фух. Фух, это было очень опасно. Ну чё, пацаны, 7-5. Мы должны это сделать. Буквально последний решающий раунд. Эй, USP Genesis, иди сюда. Слушай, ну это определенно очень потная карточка. Но парню было реально интересно против меня сыграть. Тем более, он вроде бы сказал, что он какой-то ютубер. Поэтому, я думаю, ему будет контент. Мне будет USP Genesis, и все будут в плюсе. Самое главное, чтобы все было максимально честно. И все было максимально открыто. Так, ну что, брат. То, что у него есть USP Genesis, это факт. Я его лично видел. То есть это не фейк, это не скинченджер. Это 100% есть. Опа. Ни хрена, сын шампиньон! Все, братик, 8-5. ГГВП, прямо сейчас его размечу в Дискорде. К сожалению, ты проиграл, но, честно говоря, ты играл реально очень хорошо и очень достойно. Ну что же, прямо сейчас я захожу на рыночек, и, пожалуйста, ты сейчас мне отдашь голду, окей? И вот как верить после этого людям? Ну я-то думал, хотя бы этот чувак не обманет, там взрослый пацан сидел, у него канал 10к подписчиков, да это кидок. Если он сейчас мне не даст голду, я говорю сразу, официально заявляю, он големый кидок. Алло, да-да-да. Здесь? Да-да-да. Все, давай, перекидывай, короче. Что-что? Тебе отдам, другой войс. А, давай-давай. Фух, я же думал, ты кидок, фух, я же испался, блин. Не, меня вылетело на постель. Слышь, можно, пожалуйста, какую лучше скин куплю за 10к? Пожалуйста. С 10к? Просто скин куплю. Ну давай, давай. Меня просто это... Ладно. Спасибо. Ну это, конечно, выйдет не совсем выгодно для меня. Вот скин за 10к. Ну, все равно. Ну. Красавчик. Вот это мужик. Реально не хитанул. Первый человек в истории, который меня не хитанул. Мужик, просто за то, что ты поступил честно. Я... Слушай. Пожалуйста, можно? Уважаю таких людей, которые меня не кидали. 10к голды отдал. Ну да, это чуть меньше, чем USP Genesis. Но тем не менее, суть в том, что парень не слился, не начал морозиться, отдал мне такую огромную сумму. Просто, я хоть и выиграл, но чисто... Да, все вижу, вижу. Но чисто, потому что человек мне помог. И то, что... Ребят, то, что он оказался не кидком, я хочу его поддержать. И кидаю ссылочки на канал. Вот, прямо сейчас в чате.